Явно в Америке живет человек. Вы в Америке живете? Приветствую. Приветствую. Или где? Ну, явно в Европе, или, ну не точно в России. Но я вижу, что выключатель у вас европейский. Нет, у меня тут глубоко европейский, который надо сделать европейским. Я имею в виду вас, с которым я общаюсь. То есть вы глубоко в Европе где-то живете? Нет, я в Канаде живу. Ну, я и вижу, потому что у меня светильник такой же. Мне друзья привезли с Канады два светильника таких. Я думаю, куда их пристроить? Думаю, теперь точно понимаю. Что, точно? Да, на веранду. Понятно, понятно. Ну, окей. А вы на какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? Я троллю Российскую Федерацию, потому что я ее ненавижу. А сами вы родом откуда? Самое я с Российской Федерации и живу в Украине. А где живете в Украине, если секрет? Ну, это будет... Вам это обязательно? Ну, если беседовать будем, это важно, конечно. Регион Харьковская область. Змеев? Какой Змеев? Город Харьков. А, город Харьков. Я город не расслышал. Ну ладно, тогда уж извините, небольшой проверочный вопрос. В районе станции метро «Завод» имени Малышева какой железнодорожный вокзал находится? Там находится у нас станция, подожди, минутка у нас на выезде, а туда Плехановская. Нет, это минутка, я не про метро спрашиваю, минутка находится за Баварией. А там находится вокзал Харьков-Балашовский, который в народе называется Балашовка. Там новая почта, я вчера там был. Ну, прекрасно. А приехали в Харьков откуда, вы говорите, из России? Да я никуда не уезжал. Нет, вы говорите, что родились в Российской Федерации, а переехали дома в Харьков. Я 3 раза дома была или дома не была. Я родился на Алексеевке. Я любил. Понял, все, значит, неправильно понял. На Алексеевке. Я родился там, в Харькове. Знаете? Я понял. Ну, я знаю. Харьков знаю, да. Отлично. Как свои 5 пальцев. А почему ненавидите Российскую Федерацию, как вы сказали? Потому что там пидоры одни. В смысле, гомосексуалисты, что ли? Нет, как люди. Понятно. Ну, оригинальный вывод, да. Ну, хорошо. Ладно. Ну, так как я вот русский по национальности. Потройте меня хотя бы. Да что вас троллит? Съебались и хорошо. А почему хорошо, почему плохо? Ну какой смысл? Вот скажите, вот я вам сейчас душу вылью. А смысл какой? Смысл чего? Ну вот я душу вылью, сейчас скажу, почему русские пидорасы, почему мы украинцы лучше них. А вам этого легче станет? Нет, меня интересует, так сказать, психология, логика. Интересует. Поживи, потрогай. У нас тут дядька приезжал один. Я каждый год бываю в Харькове. Ну вот. Чего-нибудь. И знаю прекрасно. Да, приехал, сказал Олег, а дай мне тетку, блядь, на недельку, чтобы я поебал. А я ей дал тетку поебать, чтобы красиво, а потом получилась хуйня. Понятно. Вот. А Украина, значит, вам нравится, да? Как страна, как государство. Мужчинка, давай я сделаю не так. Давай. Ты такой цикавый сидишь. Не, ну Украина вам, вы, нравится вам Украина как государство или нет? Как ленд это нормально, я сам согласен, что как ленд это хорошая ленд, земля. А вот как государство, вам нравится Украина или не нравится? Дядя, ты что, дурак, что ли? Ну хочу поднабраться ума у вас,
умных людей. А можете ответить на вопрос? Да или сейчас, нет? ЖК добивает твое местоположение. Ну давай, пускай пробивает. Я люблю свой город. Это мой город. Я тоже Харьков люблю. Отличный город. Несмотря на то, что он в Украине. Ничего, ни на чего не смотря. Это мой город. Я люблю его. Я тоже люблю Харьков, успокойтесь. Еще раз тебе объясняю. Мы тут с вами на одной волне. Я вас про Украину спрашиваю. Украину любите? Welcome. Что welcome? Я не дождаюсь вашего приглашения. Я говорю, любите ли вы Украину? То, что Харьков любите, это очень достойное чувство. Я тут с вами согласен. А Украину любите или нет? То, что ты меня достал. Погуглите, чтобы определить. А зачем мне гуглить, блядь? У нас есть специальная служба. Ну и что? Служба у нее есть. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский – это какой, чей, отвечает. Они ж передали в 1922 році, в Воронежскую область. А в 22 году Львівская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороших в соседней стране, 70 миллионов, они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо, ненавидят и будут ненавидеть всегда, просто потому, что мы есть и живем хорошо. Yeah.